подскажите, а что это вы сейчас устанавливаете? Смотрю. Идете кататься. А вот это процесс, это установка какого-то подложа или чего? Это лед будет. Ну, это понятно. А вот деревянные штучки, это для чего именно? Как-то можно это охарактеризовать? Деревянные штучки – это каркас, что сверху собирался, потом будет типа людьми. Будет, типа. А, не знаю, а когда собираетесь закончить? Дня три. Дня три. А заливать не знаю. Заливать? Да. А потом разберу. Знаете, как документ зарегистрировать?